Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала и гости. Представляем вам сегодня очередную модель торговой марки Dobermed, цеповая косилка или мульчирователь DP175. Данная косилка предназначена для обслуживания газонов, борьбы с крупными сорняками, зарослями. Максимальная толщина среза, с которой справляется данный мульчирователь, это 5,5 сантиметров. Соответственно, поросль, ветки, кусты любой плотности этот мульчер будет отрабатывать. Он оснащен молотками весом 0,74 килограмма. Предполагает возможность бокового смещения по отношению к оси движения трактора. Оснащен усиленным редуктором с обгонной муфтой. Боковые приводные ремни мы щит не снимаем, здесь их 4 штуки. Оснащен валом электронно отбалансированным вот такими вот молотками. При желании, если кто собирается заниматься измельчением пожнивных остатков, можем комплектовать Y-образными ножами. Смещение происходит за счет работы гидравлического цилиндра. Он входит в комплектацию, шланги, рукава высокого давления. Сбоку мы можем видеть обслуживаемый подшипниковый узел основного рабочего вала, регулируемые по высоте салазки, а также возможность изменения угла атаки прикатывающего ролика. Прикатывающий ролик сзади оборудован дополнительным очищающим ножом. Дополнительно для защиты установлен такой вот брызговик. Как говорилось ранее, модификация ДП является одной из самых популярных в нашей стране. Работает на тракторах в мощности от 32 лошадей и выше. В принципе, наиболее эффективная работа начинает Т-40, 80-ка, 82-й. Будут вопросы, пожалуйста, пишите, звоните, будем рады на все их ответить.